Первый в мире памятник биткоину и технологии блокчейн появился в славянском городе Крань. Его установили на перекрестке с круговым движением. Эту развязку построили недавно. 3, 4. Местные власти решили украсить кольцо. Ну а тематику будущей скульптуры выбирали всем городом на страничке в Facebook. Одной из первых идей было сделать что-нибудь, связанное с технологией блокчейн. Крань славится тем, что использует ее. У нас есть несколько компаний, которые работают на глобальном уровне в высокотехнологичном бизнесе, тесно связанном с блокчейн. Памятник возвели на деньги администрации двух местных компаний. Я считаю это очень важным. У нас много молодых талантов. И это такое послание для них. Если ты смелый и любишь новшества, когда видишь трудности, просто преодолевай их. Для меня смысл памятника именно в этом. Гигантский символ криптовалюты сделан из металла и весит 3 тонны.